архитектурное бюро. В любом случае звоните 12 48 75 с 15 до 21. Это тот самый код доступа на следующий уровень. Легкий путь, квантовый прыжок, пасхалка от архитектора игры. Очевидно, что нам просто необходимо достаточно внимательно приглядеться к этим цифрам. В этих цифрах зашифрован ключ к тайнам мироздания. 3, 6, 9. Обязательно заострим наше драгоценное внимание на номере, расположенном на груди нашего героя. Он изменился. До смены мерности номер у него был 6, 0, 1, 0, 9. А это палиндром, который можно крутить вокруг оси, которая служит единичкой. И он не поменяет своего смысла. Нули здесь можно не замечать по умолчанию. Остается 6, 1, 9, где единица служит осью. А это прямая отсылка к символу инь-янь и к колесу сансары. А в его камере на стене изображен знак зодиака Рак, который имеет символьное обозначение, очень визуально схожее с 69. То есть наш узник уже настолько сбалансировал в себе все грани своего «я» и присытился борьбой противоположностей, что даже идти уже никуда не желает из своего условного заключения. Он просто ждет, когда его уже наконец-то заберут домой. Живому человеку везде тюрьма. Что в камере, что там наверху. Здесь сердце ничем не успокоится. Я домой хочу. Жду, когда заберут. В коридоре же выбора у него уже иной номер. 3-0-6-0-9. А это те же 3-6-9. То есть у него уже есть ключ к тайнам мироздания. Он символизирует гармонию. Путник готов принять свое новое назначение. Вы, ребята, бойкие, как я погляжу. Как знать, может, и пропетляете. Партизанщина! Романтика! Если пропетлять, лучше этого места не найти. Тут паспорта не требуется. Сиди себе, да сиди. Дальше дело было так. Я устал монтировать этот ролик и решил отдохнуть. Прилег такой на диван и уснул. А приснился мне наш герой в белых одеждах и с абрикосовыми четками в руках. Его серьезный вид внушал доверие. И я у него спрашиваю: «Скажи мне, брат, а зачем ты номер сменил?» А он мне в ответ: «Тройка, шестерка, девятка. Почитай для начала, что об этих числах говорил Никола Тесла. Вообще считаются особыми, сакральными числами». «Двойка, четверка, наземная, а мир-то у нас трехмерный». И пока наш герой отгадывал шараду 80 уровня, а шестеренки в его голове крутились настолько интенсивно, что он не понял, сколько времени прошло.